А почему я, собственно, должен уметь стрелять? Стрелять — это дело военных. А наше с вами дело — ловить бабочек. Вы согласны? Ну так, вообще, я согласен. Прошу на веранду. Американская? Да. Chicago Daily Tribune. Там на веранде. Ну-ка, покинули. Разрешите? Прошу, прошу, это для вас сувенир. Вы слышали, что я сказал? Тут неподалеку есть одна великолепная полянка. Мальчики, мальчики, ну-ка быстро. На ней обитают парусники Гелиуса. Парусники. Так если вы не возражаете, мы с вами слегка перекусим, а потом займемся ими. С удовольствием. Что бы вы желали на первое? На первое я бы сел... Нечего желать, мальчики. Ресторан закрыт на спецобслуживание. О, какая жалость. А я пригласил американского коллегу. Ну, американцев-то мы накормим. И меня. Вот! Стой! Для приема пищи разойдись! На второе тефтель с рисом, котлета с картошкой. Для меня тефтель с картошкой. Тефтель с рисом, котлета с картошкой. Котлета с картошкой, тефтель с рисом. Потом поменяемся. Менять нельзя. Водка есть? А как же? 100 грамм. Жорж, не надо. 200. О, какое счастье, что вы здесь. Умоляю вас, скажите Жоржу, что между нами ничего не было. А разве мы знакомы? А с кем я была в постели? А кому я делала массаж? В таком случае я, конечно, готов признаться, что между нами, возможно, что-то было. Нет! Только я ничего не помню. Это конец! Жорж! Что будет? Там слишком людно. Ага. Приятного аппетита. Order, contract to kill Микнич. Который час? Четвертый час пополудни. У нас уйма времени. 4 PM. Оружие! Дайте мне оружие! Жорж! Жорж! Умоляю тебя! Уйди! Хорошо. Дита! Стой! Как, однако, что вы пристрастились к оружию? Нас ожидают эндемичные виды бабочек. У меня нет времени, я должен убить его. Здесь командует, а? Официант! Так, ладно. Заканчивайте обед. Заканчивайте. Доедайте все. Вы тоже там доедайте все. Быстрее, быстрее, быстрее. Оружие не оставляйте. I get it.